Сам же полицейский просто так зачем-то поднимается к Урганту. Видимо, авторы решили забить на весь негатив, а поэтому Ургант должен зарядить нас новогодним настроением. Ведь именно в этом суть фильмов «Елки». Кинокомпания «Базилевс» решила подарить людям новогоднее настроение и снять продолжение фильма «Елки». Авторы восьмой части обещали зрителям сохранить уже полюбившуюся добрую атмосферу праздника. Если сейчас новогоднего настроения нет, говорят создатели картины, оно обязательно появится. Простите, а у вас были ситуации, когда вы себя не ценили? Самое в этой ситуации обидное, когда ты понимаешь, что ни одному человеку ты больше не нужен. Ни одному человеку ты больше не нужен. Больше не нужен. И никуда драма Урганта в фильме не приведет. Видимо, это кино для думеров, а не новогодняя комедия.